Ситуация взята на контроль, специалисты совсем скоро дадут комментарии, но одно ясно уже сейчас, такого в истории полуострова никогда не было. Покажи, что получилось. Это плохо, надо было брать меня крупнее, но у меня большой текст, разве сложно было взять хорошо с первого раза и сделать? А ты думаешь, что так просто? На, держи, попробуй. Многие люди считают, что их работа самая сложная, порой это вносит разлад в коллектив. Мне вот кажется, что быть оператором гораздо проще, чем журналистом. Так ли это на самом деле? Сейчас узнаем. Итак, как будешь продолжать репортаж? Так. Все с тобой понятно. Нам нужны мнения людей. Пишем опрос. Хорошо. Девушка, давай к ней подойдем. Здравствуйте, мы проводим небольшой опрос. Как вы считаете, городу необходимо развитие? Да. Смотри, вопрос надо задавать так, чтобы человек дал развернутый ответ. Да или нет, нам не подходит. Хорошо, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Так, с этим закончили. Теперь набираем картинку. У нас есть три плана. Общий, средний и прям вот крупный. Так, ты не чувствуешь композицию в кадре. Интересно, что из этого получится? Давай возвращаться на базу, там и узнаем. Все видишь, да? Интервью не по формату, раскадровка вообще ужасная, это брак, баланса не существует. Работать так невозможно. Теперь я отчетливо понимаю, что каждый должен заниматься своим делом, и в любой работе есть нюансы. Стефан Филатов, Данил Захаров, Руслан Хохлов. Утро нового дня.